Так, первый способ, который мы изучим, будет рекурсивный. Смотрите. Давайте заведем рекурсивную процедуру, которая вычисляет редукционное расстояние для двух префиксов. Давайте у нас будет editing distance для префикса длины и nm, соответственно. Давайте напишем в комментариях. Мы берем из первой строчки символы от 0 до n-1 и из второй строчки символы с индексами от 0 до m-1. Вот, и для двух таких строк ищем радиационное расстояние. Отлично. Давайте сейчас обработаем крайние случаи. Крайний случай, например, если n равно 0 и m равно 0, у нас две пустые строки. Возвращаем 0. Из пустой строки можно сделать пустую за 0 действий, очень просто. Если n равно 0, тогда нужно вернуть длину строки второй. Если m равно 0, нужно вернуть длину первой строки. Можно было первое на самом деле не писать, и так бы отработала эта штука. Давайте оставим для понятности. Все, теперь обе строки не пустые. Нужно действовать согласно алгоритму динамического программирования. Итак, у нас есть три варианта. Мы либо делаем последнее действие замену, либо удаление, либо вставку. Давайте все их просмотрим аккуратненько. Какие бывают случаи? Если последнее действие — это удаление, тогда давайте заведем переменную result. Так. Так, давайте сделаем rest1, rest2, rest3. Если последнее действие — это вставка, тогда что нужно сделать? Нужно взять editing distance от нашей строчки с последним средним символом и прибавить еще единичку. Точно так же с последней процессом удаления, то нужно взять нашу строчку минус 1. Вот так. Наконец, если последняя операция — это замена, нужно делать немножко хитрее. Нужно сделать следующим образом. Нужно от обеих строчек отрезать последний символ. После этого прибавить единичку, если были буквы разные. Давайте проверим, что буквы разные. Проверим. А, у нас first отсюда не видно, потому что есть локальная переменная. Давайте сделаем их для простоты полями вот сюда. Возьмем n-1 символ первой строчки и m-1 символ второй строчки. Вот если они равны, то надо вернуть нолика, иначе вернуть 1. Все было правильно. Давайте я это в скобочки возьму, чтобы наверняка. Вот. Итак, мы придем результат редукционного расстояния с отрезанными двумя последними символами. Дальше прибавляем единичку, если последние символы были неравны. Все, мы посчитали три варианта. Давайте их возьмем минимум. К сожалению, минимум умеет брать только два аргумента, поэтому давайте сделаем так. Можно было вручную написать минимум, но можно и так. Так, и вернем. Пока что мы взяли просто рекурсивную функцию без мемеризации. Давайте проверим, что она работает. Она уже должна работать, просто должна немножко тормозить. Давайте посчитаем. Выведем editing distance от длины первой строки и длины второй строки. Он равен 3. Давайте проверим, что это правильный ответ, действительно. Ну да, вот ответ на второй тест — 3. Давайте сделаем какой-нибудь еще тест. Давайте как в теории сделаем editing и distance. Как мы знаем, расстояние между ними 5. Ну да, видите, 5 посчиталось. Теперь давайте убедимся, что это все очень тормозит. Давайте сделаем строчки побольше. Видите, вот такой длиной строчки уже не посчитать, уже слишком долго. Это опять же, как у нас получалось число Fibonacci, все происходит из-за того, что эта процедура вызывается очень много раз для одних и всех же значений. Давайте добавим меморизацию.
Ну, к счастью, не сложно. Просто заведем массив. В нем будем закэшировать значение, которое уже вычислено. Давайте назовем его D, как было как в реакциях. Так, для этого нужно сначала массив завести. Так, вот здесь давайте его заведем. Массив какого размера нам нужен? Смотрите, у нас бывает n и m, бывает от 0 до длины первой строчки. То есть массив нужно сделать на 1 больше, чтобы он был от 0 до длины строчки включительно. То есть он должен быть first length плюс 1. То же самое со вторым аргументом. Он должен быть до длины строчки включительно, поэтому надо сделать length плюс 1. Так, теперь нам нужна какая-то пометка, которая говорит, что элемент еще не вычислен. Можно сделать, в данном случае можно просто заполнить его минус единичками. Можно завести отдельный массив булеанов, в которых будет записывать вычислено значение уже или нет. Можно сделать так. В этом случае нужно сделать просто второй массив. Массив булеанов. Способ более универсальный, потому что бывает, что минус 1 значение для чего-то нужно. То есть нельзя выделить какое-то специальное значение для пометки, что значение еще не вычислено. Тогда просто нужно делать дополнительный булевский массив. Память он ждет немного, поэтому это не страшно. Так, теперь здесь давайте займемся программой. Ну, крайний случай можно обрабатывать точно так же, я обрабатываю за вот единицы, поэтому это не страшно. А вот здесь нужно уже сделать меморизацию. Давайте сделаем. Посмотрим. Если значение уже вычислено, то вернем это значение. Все. И вот здесь вот давайте положим вычисленное значение в массив D. Сделаем calculated nm равно true, dnm равно result. Все, вот мы добавили в нашу рекурсивную процедуру меморизацию, с этого должна работать сильно быстрее. Да, вот видите, этого теста раньше не могло отработать совсем, а сейчас отработал всего 20 миллисекунд. Проверим, что у нас все еще работают старые примеры. Да, вот здесь 3. Editing distance. Да, все еще 5. Ну, прекрасно. Вот мы написали динамическое программирование, так сказать, линейную динамику, как рекурсивную функцию с запоминанием результатов.